В Дербенте на территории крепости Нарын-Кала прошли соревнования газодымозащитников по скоростному подъему «Вертикальный вызов» в честь памяти генерала армии Евгения Зиничева. Суть состязания заключается в том, что участникам необходимо подняться на высотное здание по лестнице и уложиться в минимальное время. Усложняются испытания тем, что на огнеборце надет полный комплект пожарного снаряжения и включен он в дыхательный аппарат. Данные соревнования проводятся с целью популяризации профессии пожарного, здорового образа жизни, проведения спортивных мероприятий согласно планам подготовки. Данный вид соревнований он проводится в честь памяти нашего генерала армии Евгения Николаевича Зиничева. Оно проводится уже второй год. Мы планируем проведение данных соревнований в следующий год. Приняли участие в соревнованиях 23 огнеборца, которые преодолели дистанцию, продемонстрировав, что нет ничего невозможного для спасения жизни. По итогам состязаний первое место занял мастер пожарный СП СЧ по ТКМ Салим Гаджиев, второе – пожарный 13-й ПСЧ Алириза Рамазанова, и на третьем месте оказался заместитель начальника 7-й пожарно-спасательной части Бадави Гусейнов. Победителю и призерам вручили медали, почетные грамоты и ценные подарки.